Привет, ребята, с вами Сами. Вы на канале Мисс Сами. И сегодня мы гуляем. Привет, ребята! Ну что, мы, наверное, уже в каких-то наших роликах вы, может, и видели, куда мы приехали. Мы приехали в наше очень красивое место такое, этот костёл, которому очень-очень много лет. Я сколько знаю, он 1500 какого-то года строения. Это очень старый, он еще действует. В нем живут монашки. Мы приехали со своими питомцами. Пипи, Пипи, иди сюда! После школы завтра едем в на экскурсию с Аней, так приехали немножко отдохнуть. Осень прекрасная, и мы просто хотим погулять и показать, как у нас красиво. Будем собирать листики с Аней. А ты тут куда пришла? Ну что, пошли посмотрим? Я хочу закарабкаться. Ой, ты, наверное, не очень тебе получится. Осторожно, чтобы ты не упала. Так, карабкаясь туда. Ну что, идем посмотрим. Ой, смотри, такая красивая была. Подожди. Тут дерево, наверное, я не знаю, ему 100 лет или больше, наверное. О, оно все, капец, видишь? Смотрите, как у нас красиво. О, какая. Мы после уроков так уставшие, Саня немножко уставшая. Я так говорю, поедем немножко, чтобы немножко отдохнуть от всей этой суеты. Тут хорошая лавочка. Да. Ой, тут дуб, Саня. Ты знаешь, дуб. Вау, ты посмотри, тут в нем. Тут, слушай, целая. И дырочка была. Ой, а тут когда-то кто-то был, сделал свое, видишь, такое гнездышко. Но потом, когда он разломалось, как жалко, вот через это гнездышко, вот через эту дырочку, Саня. Ку-ку. Супер! Ну вот. У нас очень-очень интересное место, потому что вот в этом костёле живут монашки. Где? А тут грибы, Сани, которые много-много тут сидели, теперь все дерево. Дерево упало, умерло. И тут что-то такое, да? Пошли на солнышко. Тут очень так. Давай листья соберем красивые. У нас уже сегодня ночью был мороз. -1-2 градуса было. И у нас уже сегодня белая-белая трава была под окном. Так тут что, каштановое дерево? Вау, классно. Точно. Ну что, пошли, может, понемножку собираем. И пойдем, может, там к водичке еще. Тут есть водичка очень классная. Тут есть аллея такая очень красивая. Я тебе покажу. А Пипис уже с Аркой в удовольствие. Ну, сейчас я их вам покажу. Пипи, Пипи. Ай, Пипис будет, Арка, Пипи. Будет делать свои дела. Все. Ну, где тут красный? Вот смотри, какой красивый вот этот. Ну, видишь, уже видно, они в точечках все. Видишь, таких вот. Значит, что был морозик и тут. А вот этот очень... Ай, вот, точно. Класс. Какой классненький. А вот это, смотри, Саня, какой красивый лист. Вот, какой красивый. Супер. Ну что, ребята, последние такие деньки красивые. Наверное, уже у нас еще, говорят, бабье лето будет в середине октября. Я не знаю, какое, говорит, плюс 20, типа. Ну, я не знаю, если так будет, так это будет вообще шикарно, да, Саня? Давай, скажи. Пойдем вот туда полазить. Давай пойдем полазить, а я еще покажу. Вот, смотрите, какие у нас, в каком мы красивом городе живем. Ну, я кто бегу. Скажет? Мечта. Давай, ты беги. Саня побежала, а я вам еще покажу вот тут. Смотрите, какая тут красота. Всем, кто нас смотрит, а очень много смотрит людей, мне очень жалко по-английски. Они мне пишут, чтобы я написала субтитры по-английски, но мне это очень трудно, потому что это долгая работа очень. Ну, я постараюсь, наверное, в каждом ролике, может, под роликом написать... С папой упражняются. Под каждым роликом написать вам, что же тут такое. Сейчас мы подойдем. Тут ресторан действует. Такой красивый ресторанчик очень. Вот. А тут костёл. Тут говорят всякие легенды об нем.
Там часики видны. Жалко, что я не могу подойти. Очень-очень высокий заборчик. Ну, просто вот так вот, вот посмотрите. Я вам могу, если хотите, подойти, показать, как он выглядит снутри. Сейчас. Вот я вошла внутрь, если видите. Тут дворик такой. Тут очень много свадеб бывают. Вот, видите, архитектурный памятник. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот, а тут аллейка такая. Очень красивая. Я не знаю, мне кажется, Пипи за мной тут бежит куда-то. Вот, очень красивая аллея. Просто шикарная. Пушкиным пахнет. Знаете, Александр Сергеевич, как писал красиво об осени. Наша бабуля очень любит его, этого поэта. Истинный русский. Ой, осень. Я не люблю осень. Но вот эта осень, когда такая красивая солнышко светит, это очень-очень красиво. Вот так вот, вот. Ну что, наверное, я побегу к своим. Посмотрю, где они там. Вот, если видно, тут написано Монте Патис. Такой вот этот отельчик. Вот, 4-звездочный отель. Видите? Сделан еще. Представляете? И монашки тут. Еще действует комплекс оздоровления. Ну что, я пошла к своим. Одного вижу, Арку или Пиписа вижу, а вот своих я не вижу. Сейчас я вам себя покажу. Привет! Я вас всех очень-очень люблю. Пипи! Ах ты наш бедный, ты куда ты там запропастился? Арка, ну, куда пропали? Иди ко мне, иди, хорошая моя. Давай ко мне. Иди ко мне, хорошая. Где братик? Вот братик. Ну, пошли, идем со мной. Арка, идем. Давай, мы же на диете с тобой. Будем заниматься спортом. Вот эти дубы тоже очень старые. А тут нет, тут липы, наверное, да? Да. Вау, как красиво. Ну, давай, Саня меня зовет. Я к Сане. Ну, слушайте, погода восхитительная. Прямо в восторге. Ты знаешь, я делала такие хорошие туфли. Не туфли, ботинки. Вот. Ну-ка. А, ты хочешь... Ну-ка. О, раз, два, три. А как я тебя вот так, да, с камеры, я тебя... Ну, подожди. Все, пока пришла и спрыгнула девочка, припевочка. Давай, пошли дальше. Давай, ну пошли, я тебе хочу там показать, там очень красиво. Потом вернемся. Вот, смотри, где. Что? Ай, от дуба. Как они называются, мы опять? Желудь. Да, тут дубовая роща. Я хочу, знаешь, что показать? Там есть, там потом впереди очень-очень, помнишь, старый, ему 1000 лет этому дубу. Помнишь, Саня? Идем покажем. Саня сегодня уставшая немножечко. Я все слышу. Вот я все слышу. Давай собирать красивые, ну, ребятам красные. Такую. Так, не, знаешь, какие можно, Саня? Не только красные, можно желтый брать, зеленый брать. Вот такой. Как красиво, Саня. Я обалдею. Как красиво. И ни ветра, ничего. Вот, нашла. Супер, давай в нашу. Я хочу тебе, знаешь, куда в комнатку? И вот так красиво постелить на подоконнике. У нас будет... А мы завтра кабаксу. Ой, я ну возьму да. Камеру, поснимаю. Хорошо, обязательно. Обязательно. Мы потом поедем за... Давай немножко ушко я тебе вот за... так вот. За этим, где бутерброды. Да, поедем еще купим коробочку такую для бутербродиков, да? Поедем, накупим тебе пить. Надо бутербродики, сказали, сделать учительница нам. Вот я вижу очень красивый один листочек. Вот. Смотрите, сколько тут красивых листьев, Сани. Ура! Подожди, я маленьких вот так вот возьму. Вот так.
Ну давай, будет у нас очень красивый букетик из листьев, вот, да? Огромный красный. Один потерял. Ну вот. Имеем уже целый букетик. О, смотри, бебес попрыгнул. Молодец, перепрыгнул. А сейчас будем интересно смотреть, как Арка будет перепрыгивать. Смотри, ага. Да, да, да. Идем, Арка. И идем с тобой. Саня, осторожно. Опа, ну-ка. И опа. Арка, давай к нам. Арка, давай к нам. Арка, ну-ка. Молодец. Ну что, пошли догулять дальше? Ну вот, ребята, о чем я вам и хотела показать и рассказать. Смотрите, ну прямо как у сказки Пушкина. Ку-ку, Сани! Видите, какой дуб, дубище тут уже. Саня уже спряталась даже за ним. Я даже не представляю, как показать вам, какого он, какой он... Подождите, сейчас покажу, попробую. Вот такой весь. Вот, видите? И, короче говоря, этому дубу, он самый-самый старший из всех, что тут есть. И ему 1000 лет. Сзади прячется. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью. Арка и Пипис ходят, да? И Сани. Ну вот, вот этот дуб. Это... Я не знаю, прямо как он... Конечно, он, видите, его присматривает очень хорошо. И делают такие всякие ему, чтобы он только не заболел, и чтобы он только остался еще жив много-много лет. А он, видите, еще и листики, и желудь. Все-все у него есть. Он здоровенький, крепенький, стоит. Дай тебе Бог, еще будет стоять долго. Да, Сани? Ку-ку, Сани? Ну, я пойду к ней, наверное. Сани? Сани, где ты? Я пошла тогда дальше. Хорошо, если ты прячешься от меня, девочка. Припевочка ты. Вот, подходим к этому красивому местечку. Уже совсем. Листья шелестят под ножками так. А желудь, да. Где-то я слышу, летит. Смотрите, еще муравей. Муравьи не спят. Муравейник еще вот жив какой. Смотрите, красивый. Вот над... Ну вот иди посмотри, Сани. А их там нет. Ну есть еще, да. Они не спят. Еще не спят, да, еще не спят. Ну что, пошли? Перчаточки? Давай мне положи, да. Вау, как красиво, Сани. Не надо, может, снимать шапочку. Я не знаю, что потом, знаешь, не было. Ну вот, тут у нас сосны. Там лёд, мама. Нету льда, ты вот что? Там, в одном месте. Нет, Саня, там камешки. Ты что, какой лёд? Нет, нет, не может быть, Сани. Ты что, там, мама, там знаешь что? Там мама. пена, Сани, там пена. Так у нас же плюс 9 теперь, Саня, какой лед, он бы давно бы... Уточки еще малыши. Да, ну вот, видишь, как классно. Ну иди ко мне. Вот так вот скажем всем. Ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока, пока, пока. Пока-пока, ребята, пока-пока. Осень, прекрасная пора. Ha ha ha!